Привет, друзья! Ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях. А теперь поехали! Может ли человек почувствовать вкус чеснока ступнями ног? На первый взгляд это кажется невозможным. Но ответ не столь очевиден, как может показаться. Чтобы убедиться на практике, нарежьте зубчик чеснока на несколько кусков, положите их в полиэтиленовый пакет, а затем наденьте пакет на ногу. Через несколько часов вы, к своему удивлению, почувствуете вкус чеснока во рту. Разгадка кроется в свойствах аллицина. Ученые выяснили, что это вещество способно проникать сквозь человеческую кожу и путешествовать по организму, добираясь из любой точки тела, даже из самой дальней – ступни ноги – к ротовой полости. Практически все знают о пользе чеснока, но пользуются этим ароматным лекарством, как правило, только когда необходимо укрепить иммунитет или вылечить простуду. Органическое соединение из чеснока также способно понижать уровень липопротеидов низкой плотности в крови, которые в народе именуют плохим холестерином. Вот почему любители приправлять пищу чесноком намного реже страдают от атеросклероза и его опасных последствий в виде инфаркта миокарда, инсульта и других патологий сердечно-сосудистой системы. Как использовать чеснок наружно? Компрессы от насморка. Способ лечения насморка с помощью чесночных компрессов пришел к нам из Китая. Итак, разотри в кашицу 6 зубчиков чеснока, затем нагрей утюгом 2 салфетки из натуральной ткани и смажь ступни оливковым маслом. Наложи на середину ступни компресс из салфетки, пропитанной чесноком. Закрепи чесночный компресс повязкой и надень сверху носок. То же проделай с другой ступней. Через 20-25 минут сними компресс. К этому времени ты почувствуешь в ступне жжение, а затем, благодаря аллицину, в дыхании появится запах чеснока. Значит, чеснок оказал свое положительное действие, и насморк вскоре пройдет. Натирание для суставов. Очисти 7-8 крупных зубчиков чеснока, измельчи. Залей 0,5 литра яблочного уксуса, добавь 0,5 стакана водки, хорошо перемешай, плотно закрой и настаивай в темном прохладном месте в течение 3 недель. Затем процеди. Натирай больные суставы для облегчения боли и воспаления. Это средство также эффективно при растяжениях связок. Чесночное средство от ушной боли. Чеснок отлично справляется с облегчением ушной боли. Он содержит соединения, которые всасываются кожей и проникают во внутреннее ухо, оказывая противовоспалительное действие. Для применения достаточно раздавить зубчик чеснока, обернуть его мягкой тканью и поместить в ухо на 30 минут. Эта процедура снимает боль и способствует выздоровлению. Не стоит помещать чеснок слишком глубоко в ухо. Не используйте слишком маленький кусочек чеснока. После такой процедуры будь готов к чесночному запаху. Кашица из чеснока от грибка и мозолей. Чеснок – натуральное противогрибковое средство. Для избавления от грибка можно наносить на пораженный участок кашицу из чеснока, смешанного в равных пропорциях со спиртом. Эффективны также компрессы со смесью чесночной кашицы и оливкового масла. Маски для лица. Аллицин, обладающий антибактериальными, противогрибковыми и антисептическими свойствами, является незаменимым ингредиентом в уходе за кожей лица, склонной к угревой сыпи. Для приготовления маски с чесноком, измельчи в кашицу 3 дольки чеснока, смешай их с 2 чайными ложками сливок, яичным желтком, столовой ложкой сока капусты и чайной ложкой миндального масла. После нанесения маски на кожу подожди 15 минут и смой ее теплой водой. Перед использованием маски важно убедиться в отсутствии аллергических реакций кожи на чеснок. Максимальную пользу чеснок приносит в измельченном виде. Пик концентрации аллицина наблюдается в перетертой или истолченной чесночной кашице, постоявшей на воздухе около 10 минут. Именно этот период времени требуется на разрушение клеток зубчиков и выделение аллицина. Отметим, что информация в данной статье носит исключительно ознакомительный характер. Редакция не гарантирует какие-либо результаты и не призывает полностью полагаться на информацию, изложенную выше. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.